Сиськи. Так, и, собственно, мы поехали за грибами с девчульками на хорошем автомобиляте от Миши. Ось. Куда? Ош. Ну, собственно, вот Миша. Девчонки. Автомобилять. Одна, правда, девчулька. Остальные уехали на красной машине. Долго ехать? Долго. Да нет. Так они же сказали, они там у нас типа ждут. Они сюда не пойдут. А, ну все, будем тогда, что мы? Так, садимся. У нас, короче, Peugeot 2025 года. Водила Миша. Мы на этой машине поедем в Крым. Смотрите, деревянный автомобилять. Телефон есть. А, там есть, куда вкладывать деньги. Да. О, вот девушка в розовых очках. Девчонки пришли в лес собирать грибочки. В юбочке. В юбочках, смотрите. На красной машинке. Лендровер. Лендровер и на красном. Сконцентрируемся на сиськах. У нас этот кастинг опять, что ли? Да, ну кастинг в лесу. Уже второй раз приезжаем на кастинг. Никак пройти не можем. Да, видимо, прошли. Видимо, прошли, да. Раз на красной машине. Нас привез вот этот бабмобиль. И ребята пошли искать псилоцибиновые грибы. О, ты слышишь? Они разговаривают? Так, мы видим наших девчуль, которые приехали на кастинг. Им сказали, что они приехали на кастинг, привезли их в лес на красной машине. О, сиськи уже наружу загорают. А она за грибами, да. Тогда тебе надо в лес. О, это какой-то домовой с леса. Говно. Мы идем в лес, посмотрим, что произойдет дальше. Лопату взяли? Грибы есть? Чем? Вот, вот так вот пахнет мой вчерашний джин. Yeah. Параплан летает на нашем месте. Видите? Девчонки нашли дерево ведьмы и пошли ему поклоняться. Обратите внимание, вокруг ничего нету. Сейчас они наткнутся на жертвоприношение на человеческие кости. И развернутся, пойдут обратно. И начинает у нас завход в лес. Завход, завхоз. Девчонки, вы не туда пошли. Да, да. Пописи, там медведи. Черемуха очень качественная. Фу, блядь. Фу, е... Бама-рама. Это не черемуха. Какие-то волчьи ягоды.
Так, мы заходим в лес. Медвежьи следы. Надо дальше идти. С подковом медведя. Ну черти, ёпта. Что-то у меня на яйцах застряло. О, заебись, в лесу пасать. Грибочки поливаем. Вчера много пил воды. Оп, 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 оп. Девчонки, это медведи с преисподними, с копытами. Это, наверное, ты перевоплощаешься ночью. Да. Я так думаю, сейчас надо... Вы как прикормка будете? Говорят. Не знаю, медведь... Медведь попробовать скажет потом. Насколько вы... Медведь пробовал? Александр Медведев. Директор ДСС. О, гриб. Мы нашли первый гриб. Вот. Первый гриб нашли. Заебись. Это он... Там не твою Ниву угоняют? А тут могут деревенские Ниву угнать. Глубоко в лесу найден порошок тает. Кто-то нюхал. Порошок. О, люди. Люди. Да. Ну и, собственно, грибоедовы из нас никакие. Выходим мы, пойдем покатаемся на парапланах. Девчонки собрали что-то на себе. А, богомол. Мы нашли богомола. Высадили его на болото на следующее. Он так проехал зайчиком. Какие интересные тут лопухи. Выходим, а машин нет. Так, покажи твой улов. На сиськи клюет. Иди вон туда.
О, взлетать будем? Птиц, вот, сидят. Смотри, что будет взлетать. Смотрите, что с моими штанами произошло. Ё-моё, лес ходил. Лес дремучий, дремучий лес. О, вот это муравейник. Вот это муравейник. Смотрите, какой большой муравейник. Тут целый дом. Давайте поковыряемся. Вот они. Что будет интересно, если сесть туда с голой жопой? Миллион муравьев. Короче, девчонки, давайте поковыряйте палочкой. Большое говнецо. Кстати, можно этот облизнуть потом этот руку. Они прям кидаются. Ну поближе, поближе, подходите, не бойтесь. Я уже положила руку прямо на муравейник. Налей туда пивка. Вообще. Да. А грибы здесь есть? Грибы есть, да. Когда есть грибной дождь. Что, кусаются? Эксперимент. Кусаются муравьи. Муравьи кусаются. Сейчас я тебе сфоткаю. Так, сиди, сиди, так всех сидишь. Это мне... долго на аватарку пойдешь. Все, ништяк. Море какой. Жопой можно сесть голой на муравейник. Мы потрогали их, погладили. Пахнут чем-нибудь? Да, короче, должны, короче, кислотой пахнуть. Да. Да? Ты прям потрогай, что ты боишься? Выходим из опушки леса. Обнаружили две машины. И еще один лес. Хотя это маленький муравейничек. Мини-версия того большого. А это там человек. Сыт. Мы наблюдаем какую-то кучку молодых людей в количестве двух женщин и одного мужика. Они просто сходили, потрахались на муравейнике. Секс. Грибы нашли. Это удивительно. Это весьма удивительно. Я бы им не доверял. Так, Вероника нашла. Вероника нашла, сходила в, короче, грибов. Я думаю, что кто-то сегодня умрет. Вечер удастся у кого-то. А Вероника у нас ведьма. Скормить, посмотреть, что будет. Короче, Вероника будет ведьмиское пойло делать. Она там себе дерево уже нашла, где жертву закапывать следующую. Ну, вот этими грибами на кормку закопают. Так еще закопают. Так, ну что, дальше ищем? Едем? Да, едем дальше. Едем дальше или едем домой дальше? Так, и, собственно, мы доехали до болота. Так, тут нормально? Тут нормально? Да, нет? До моей ноги нормально. Да. Тут вот так вот. И это тест-драйв в Peugeot. Так. Вы нам... Давай.
Руль прямо, прямо, прямо. О, блять. Прямо какой миллиметраж? Тут конопля растет. Прямо ее много. Прямо, ох. Прям как много конопли. Иностранные девчонки будут трахаться? Какие-то животные на дороге. Давай грузи, грузи баранов.